слово для приветствия предоставляется начальнику отдела спортивно-массовой работы Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Мариэл Анатолию Васильевичу Ибраеву. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые гости соревнований. От лица Министерства молодежной политики, спорта и туризма разрешите поприветствовать вас. Поздравить с прошедшим днем физкультурника. Все мы к этому празднику имеем отношение. Конечно же, спортсменам пожелать всем успехов и пусть победит сильнейший. Спасибо, Анатолий Васильевич.